Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 4, 3, 8. Давайте приступим. И первое, что мы сделаем, мы откроем наш MLS, берем команду Enable и настроим интерфейс g02. Для этого conf-t int g02. Готово. Дальше нам нужно прописать команды noSwitchPort и прописать IP-адрес для нашего интерфейса. NoSwitchPort. Готово. И прописываем IP-адрес. IP-адрес вы можете посмотреть в табличке. 2009.165.200.225. И указываем маску по сети 255, 255, 255, и в конце у нас тоже 252, то есть префикс слэш 30. Готово. Дальше нам нужно пропинговать на IP-адрес 209.165.200.226. Давайте это сделаем. Ой, закрываем MLS. Открываем любое с устройств. Ой, зачем? Открываем MLS. Ctrl-C. И прямо здесь ping. 2009.165.200.226. Enter. Ctrl-Shift-6, если у вас вот такая вот подобная штука. Давайте еще раз попробуем отправить пинг, только уже с правильным IP-адресом, потому что я указала лишний 0. Ждем несколько секунд, мы видим, что success. Давайте мы еще раз пропингуем, и у нас success rate вот, был 80, стал 100. Иногда бывает, что один из пакетов теряется, это не проблема. Давайте двигаться дальше. Теперь нам нужно настроить... Сейчас вам покажу. Вот. SVI на нашем устройстве. Для этого вводим команду interface VLAN 10. Только нужно это делать в режиме конфигурации. Conf-t. Paste. И IP-адрес... Копируем, paste, enter. Готово. Далее нам нужно настроить транки, то есть магистральные каналы на устройстве. Для этого переходим в настройку интерфейса, int g01. Готово. И прописываем switchport mort trunk, то есть транковый маршрут. Готово. Далее нам нужно прописать 99-й VLAN как нативный. Готово. И последнее нам нужно прописать инкапсуляцию. Ctrl-C, paste. Готово. Дальше нам нужно настроить магистральные каналы на S1. Закрываем. Откроем S1, нажимаем Enter. Enable. Нам нужно настроить интерфейс G01. Для этого conf-t. Дальше указываем интерфейс G01. Switch. Порт, мод, транк. Готово. Дальше нам нужно прописать команду IP routing. Exit IP routing. Что не так? IP routing. Давайте ее скопируем.
А, я команду прописываю не там. Бывает. Открываем MLS. Paste. IP. Routing. Все окей. Дальше вы можете прописать команду show IP route, чтобы посмотреть, работает ли наш IP routing. А мы приступим дальше. Дальше нам нужно ввести команду IPv6 и unicast routing, чтобы включить поддержку IPv6. Открываем MLS. Вводим команду IPv6 unicast routing. Далее вводим команду interface VLAN 10, paste. Далее IPv6 адрес, Ctrl-C, paste. Дальше нам нужно настроить G02 на MLS, тоже при помощи IPv6. Копируем IP-адрес, paste. Ой, копируем интерфейс, копируем IP-адрес. Готово. При желании можете ввести команду show IPv6 route и посмотреть на то, настроены ли наши интерфейсы. Давайте нажмем кнопку Check Results и посмотрим, что у нас еще не настроено. На S1 нам нужно настроить нативный VLAN. Давайте это сделаем. Открываем S1. И прописываем интерфейс G01. Где он? Вот он. Мы прописали switchport modTrunk. Нужно прописать еще switchport modTrunk native switchport. Не нужно слово modSwitchport trunk native. И указываем 99. VLAN 99. Все работает. Давайте еще раз check results. Нужно настроить название VLAN-ов. Вот тут. И донастроить VLAN-ы на нашем устройстве. Давайте это сделаем. Открываем наш Packet Tracer. Где он там? Сюда. MLS. И прописываем все VLAN-ы. Вот они у нас. Ctrl-C. Enable. Conf-T. VLAN 10, name, stuff. VLAN 10, name, stuff. Готово. Следующий у нас student, и потом будет факультет. VLAN 20, name, student. И последний VLAN 30, name, готово. Check results. Нужно настроить VLAN 30. Ой. IP-адрес, длину префикса и сам IP-адрес. И плюс VLAN 99 как нативный. Для этого открываем наш MLSE. Ctrl-C. VLAN 20 нужно настроить. Conf-T. Интерфейс VLAN 20. IP-адрес. И смотрим у VLAN 20.
192, 168, 20, 254. Paste. Slash 24. У нас префикс. Нам нужно узнать полный префикс. Ну, не полный префикс, а полную маску подсети. Если у нас slash 24, то маска у нас будет в конце 0. Давайте ее введем. 255, 255, 255, 0. Готово. Дальше нам нужно настроить. Сейчас посмотрим. IPv6 адрес и для VLAN-30 обычный IP-адрес и IPv6. Открываем MLSE. Указываем IPv6. Сейчас покажу. Вот. IPv6 адрес. И указываем IPv6 адрес для нашего интерфейса. VLAN-20, вот он. Если у нас IPv6, нам префикс не нужно переводить в маску по сети. Остался VLAN 30. Интерфейс VLAN 30. Готово. Дальше указываем IP-адрес. Paste. И маска под сети 24, 255, 255, 255, 0. И IPv6 адрес копируем. Вот так. Paste. Enter. У нас осталось что-то одно. Давайте быстренько это исправим. Нам нужно настроить VLAN 99, его IP-адрес. Вот VLAN 99, у нас только обычный IP. Копируем. Интерфейс VLAN 99. Paste. IP-адрес. Вот так. И маска под сети 255, 255, 255, 0. Что-то не так. 192, 168, 99, 524. И маска по сети. Все работает. У нас 100%. Чтобы удостовериться, что наша сеть полностью рабочие, вы можете прописать пинги и проверить, что они работают. А на этом все. Всем пока.